Казалось, только вчера лагерь «Юнармеец» распахнул свои двери перед этими мальчишками и девчонками. Кто-то отдыхал здесь впервые, но есть и те, для кого «Юнармеец» больше, чем лагерь. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Немного грустно расставаться, но ребята знают, что обязательно встретятся вновь. Дорогие ребята, я надеюсь, что вторая лагерная смена вам понравилась. Понравилась вам вторая лагерная смена? Это самое главное доказательство тому, что мы, взрослые, делаем, наверное, все правильно. Лагерь «Юнармеец» ждет вас всегда. И в третью, и в четвертую, и в осеннюю, и в зимнюю, и в весеннюю смены. В праздничной атмосфере лагерь закрывает свою вторую смену. За это время отдыхающим здесь ребятам удалось узнать так много нового и познавательного, провести время с пользой и, что самое главное, обрести новых друзей. Смена имела спортивно-туристическую направленность. Ее программа была наполнена множеством интересных мероприятий. Все взрослые мечтают стать детьми, глядя на ваши счастливые и довольные лица. Мы за вас рады. Мы желаем, чтобы дальнейший летний отдых у вас продолжился на таком же уровне. Надеюсь, что вы сдружились за эту смену еще больше. На этот раз в лагере отдохнули более 300 ребят, как из Щелковского района, так и столицы и соседних городов. Шаг вперед и не шагу назад. Именно под таким девизом прошли эти 3 недели. «Юнармеец» подарил так много ярких впечатлений, которые, несомненно, запомнятся всем этим мальчишкам и девчонкам надолго. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».